Сотрудники компании «Шлюмберже» читают лекции в Казанском федеральном уже несколько лет. И если раньше эти лекции носили ознакомительный характер как для студентов, так и самих лекторов, то в этом году все немного иначе. Темы лекций стали уже и глубже, а в аудитории уже нет случайных людей. Пообщаться с представителями ведущей нефтесервисной компании мира приходят только те, кому это действительно интересно. Эффект, к слову, не заставил себя ждать. Ну, на самом деле, нужно сказать, что в последние годы, скажем, примерно 5-7 лет, количество студентов, выпускников, имеется в виду именно Казанского университета, гораздо больше стало в нашей компании. То есть компания начинает как бы активно вовлекать студентов и в летние практики, а и также потом уже после того, как присмотрится к студентам, уже начинает их принимать на работу. То есть дает им, присылает им приглашение на работу, если студенты показали себя с хорошей стороны, что называется.